В день празднования Иверской иконы Божией Матери, в честь перенесения чудотворного образа в Москву в 1648 году в Георгиевском соборе города Одинцово Московской области прошла божественная литургия. Богослужение возглавил настоятель прихода епископ Одинцовский Красногорский Фома. Архиерейская служба транслировалась в прямом эфире нашего телеканала, рассказывает Эльвира Гордеева. Одна из наиболее известных и почитаемых икон Божьей Матери – Иверская. По преданию написал этот святой образ апостол и евангелист Лука по благословению самой Пресвятой Богородицы еще в дни ее земной жизни. Оригинал иконы находится в Иверском монастыре на Святой горе Афон. Списки с него можно встретить во многих храмах и монастырях. Один из них, принесенный в Россию афонскими монахами, находится в духовном центре подмосковного Одинцова – соборе великомученика Георгия Победоносца. В день празднования Иверской иконы Божьей Матери, прибывший в Георгиевский собор епископ Одинцовский и Красногорский Фома приветствовал паству, поклонился чтимому образу и возглавил престольное торжество храма. За праздничной литургией владыки Фоме сослужили духовенство Георгиевского храма и клирики Одинцовской епархии. За богослужением архипастор совершил священническую хиротонию. Аксиос! Проповедью к молящимся за архиерейским богослужением обратился клирик Знаменского храма Одинцовского Благочения священник Александр Стрелков. Матерь Божия являла и продолжает являть неисчислимые чудеса, свидетельства того, что она рядом. Она всегда помогает, она всегда готова прийти на помощь, она никогда не обманет приходящих к ней. На Святой горе Афон монахи прямо говорят, мы особенно чувствуем присутствие Пресвятой Богородицы. Как что случится, что бы ни произошло, они всегда обращаются к Матери Божией за помощью и всегда получают от нее ее поклон и заступление. И мы с вами имеем возможность радоваться тому, что и в Одинцово, в соборе, целый предел, да, собственно, большой храм посвящен иконе Божьей Матери Иверская, и это является свидетельством того, что Матерь Божия и для нас тоже всегда рядом. За богослужением прихожане храма поклонились святому образу Божьей Матери Иверская и причастились святых христовых тайн.